течение 7 месяцев 2014 года сотрудниками подразделения БТЛ Криворожского городского управления были собраны материалы, по результатам которых было открыто 31 уголовное производство. Если касательно статей, это 5 уголовных производств по статье 300 «Культ насилия и жестокости» в сфере общественной морали, 14 статей Уголовного кодекса 301, это по факту распространения порнографии, 10 уголовных производств по статье 302 по факту сводничества, одно производство по факту торговли людьми и одно производство по статье 190 по факту мошенничества. Было принято решение о необходимости организации взаимодействия с населением, что дало бы возможность своевременного выявления преступлений, проведения своевременных профилактических мероприятий, направленных на упреждение совершения преступления, ну и, соответственно, своевременное выявление преступлений, привлечение виновных к уголовной ответственности. В результате этого на данный момент создан сайт официального подразделения БТЛ, который находится по адресу btlkr.com. Также само созданы группы в социальных ресурсах интернет, в частности группа ВКонтакте, которая имеет адрес club 75 32 64 93, а также в социальной сети Facebook и Twitter. Эти все интернет-ресурсы будут направлены на организацию взаимодействия с людьми, будет своевременно излагаться информация о результатах работы нашего подразделения, будет своевременно излагаться информация, которая поступает в оперативном порядке и требует проверки. На сайтах и в группах будет отражена возможность обратной связи. Эта обратная связь является абсолютно конфиденциальной. Никоим образом никто не будет знать о произошедших разговорах или, в крайнем случае, о произошедшей переписке. Но каждый из граждан должен понимать, что участие каждого в отдельности будет способствовать своевременному раскрытию преступлений.